В этом году в Рязани отремонтируют более 14 километров дорог. Это 17 автомобильных трасс и один мост. На это направят 883 миллиона рублей. Сейчас уже начали работы на улицах Щерса, Крупской, Пушкина, Центральной, а также первом почтовом проезде. Плюс нашли подрядчика для ремонта моста через реку Лыбедь на улице Маяковского. Также мы планируем выполнить ремонт верхних слоев покрытия для устранения колейности на улице Интернациональная, улице Тимуровцев, улице Новая, улице Есенина, Касимовском, Михайловском, Московском, Куйбышевском шоссе. Особое внимание уделяют обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на улице Крупской и на подъезде к нефтезаводу установят 2 светофора. Еще 51 модернизируют для улучшения пропускной способности. Им заменят контроллеры и отрегулируют системы организации дорожного движения. На работы выделяют порядка 40 миллионов. Помимо этого, улучшат и остановки общественного транспорта. Будут адаптированы для маломобильных групп граждан. Это остановка кинокопировальная фабрика, это остановка на площади Театральная, остановка на улице Островского, остановка строительного управления. Анатолий Зуев отметил, что особое внимание будут обращать на качество, а также на график выполнения работ, ведь все должно быть сдано в срок. Анастасия Арн, телекомпания «Город».